Ну, поскольку сегодня горячие головы в Украине уже ведут войну, и можно говорить, что они стреляют по Донбассу и Луганску, но это война России и Украины, потому что, не говоря уже о том, что снаряды падают и на нашу территорию, но, естественно, Россия тем или другим способом уже вовлечена в эту войну, то, конечно, это ужасно. Конечно, то, что это может разгореться действительно большая война, это катастрофа для всего земного шара. Не следует забывать, что это, я имею в виду США и Россия, это два государства с ядерным потенциалом. И если чья-то уж совсем горячая голова дотянется до ядерной кнопки, то катастрофы на Земле не избежать никому. Мы имеем уже достаточно примеров, которые способны охладить эти горячие головы. Тем не менее, они считают, что они надели ядерные непробиваемые жилеты на себя.